Всем привет! Да, это все-таки был тренировочный, наверное, заезд. Он прикатался к трассе, потому что в Формуле Дрифт ты едешь только один заезд за раз. И вот здесь внешняя клиппинг-зона. Все-таки как-то какая-то попытка ее взять есть, но... Это дым. Первый внутренний клиппинг-поинт и выравнивание на нем. Вторая зона тач-н-го. Уф. Корректировка, жесткая корректировка, подравнивание, внутренний клиппинг-поинт. Неплохо, но на такой скорости можно было бы быть и поближе. Последний клиппинг-поинт с корректировкой. Ага, вот и Марк Ландервиль все-таки получает какие-то очки, даже при том, что у него было дикое выравнивание в районе первого клиппинг-поинта. 63 очка. Робби Нишида на старте. Да, так вот, начиная от самого слабого пилота, первую попытку делают все аж до того, ну, в нашем случае до Джеймса Дина, который занимает первое место по квалификации, в чемпионате. И сейчас Робби Нишида все-таки тащит этот ГТР, тащит, нужно под стеночкой ехать, а он по внутренней траектории, что, конечно, даже хуже, чем первый наш тот Марк. Но зато вот здесь он прошел и почти остановился. В хорошем угле он прошел первый клиппинг-поинт, но вот эта зона тач-н-го была пройдена не слишком хорошо, просто там почти полная остановка была. Второй внутренний клиппинг-поинт, и мы видим, что Нишида борется, чтобы найти баланс. Последний клиппинг-поинт. 50 очков. Пэт Гудин. Первый квалификационный заезд. Боевой заезд. И вот мы уже видим, он старается удержаться под стеночкой. И постановка неплохо. Здесь он отпускает и опять возвращается к стенке. Левой ногой притормаживая себя изо всех сил, чтобы вытащить к стене. И внутренний клиппинг-поинт далеко от него, но он зато проходит его в состоянии заноса. Зона тач-н-го здесь, насколько я помню. И он заходит на второй внутренний клиппинг-поинт. И опять же, очень далеко от него. Ну просто неприлично далеко. И вот в этой вялой манере он выходит на последний клиппинг-поинт, который он точно, ну не точно, он более жестко, но тоже увалил даже в тренировочном заезде. Пэт Гудин, 62, и даже не смог своего канадского коллегу обойти. Более квадратный, чем остальные, и мы видим, что даже с вот этой роторной турбосистемой Кайл Моан эту Мазду держит в двух режимах. Она или валит на все деньги, как дурная, мы слышим, как она раскручивает. Да? Слышно, как она раскручивается. Либо же она вообще перестает ехать. Вот совершенно такое ощущение, что там не газ, а кнопка. Ехать, не ехать. И вот тут же у него постоянно какие-то такие дерзкие появления зацепов в самый ненужный момент, когда он этого не ждет. Хотя, в общем-то, на этой машине, если он ездит в таком серьезном чемпионате, как Формула Дрифт, он бы мог к ней уже и подпривыкнуть. Вот такая вот история. 57 очков. Поехали. Первый зачетный заезд. Кен Гуши разгоняется. И сейчас большая проблема угадать. Хорошо, хороший угол. Осталось его удержать. И под стеночкой. Хорошо удерживается на банкинге. О-хо-хо, и угол хорош. Хорошо, пока все хорошо у Кена Гуши. Первый клиппинг-поинт в хорошем угле пройден. И вот здесь нужно удержаться. Он удерживается на треке на самой кромочке. Подходит ко второму клиппинг-поинту, далековато, видно, что его вынесло наружу, по скользкой траектории он еще и в лужу в большую заскакивает, и сейчас аккуратненько, да, просто идеально облизывает финальный клиппинг-поинт. Кен Гуши, 73 очка, и это уже что-то. Так, его есть его первый квалификационный зачетный заезд. Разгон, постановка, он постарается удержаться, вон там ручник изо всех сил тащит, о-о-о, трансляция. Да, он старается удержаться под банкингом, но не получается под стенкой проехать, по-моему. Фу, какие-то некрасивые корректировки, и вот здесь еще корректировка. Борется с зацепом своего автомобиля, переусердствовал он с настройками зацепа. Далеко от второго клиппинг-поинта, и последний клиппинг-поинт, выход на него аккуратненько, но все же проходит.
и заскакивает в пятое место пока что с 55 очками у Джонатана Кастро. От этого его агрессия и скилл не намного меньше своего коллеги на GT-шке. О, какой угол он выставляет, и ему теперь приходится бороться с тем самым углом, который он выставил. Дым появляется, он нажимает газ и отпускает его. А это разворот, или это такой дикий бэкворд? Нет, это все же разворот. Переусердствовал, перехвалил за бэкворды в Атланте я Джастина Поллока. Он что там в куртке красной едет, что ли? Но и вот тут его тоже выносит, он аж выскакивает двумя колесами за пределы трассы. За это, ну если за это ноль не дадут, как тот же Азбо или Джеймс Дин, и это неприятная ситуация. Конечно, хотелось бы по каждому из участников повыше оказаться в квалификации. И вот это уже похоже на аккуратный дрифт, который Денофа исполняет достаточно качественно. И дым есть, и стабильный угол, и корректировки не слишком сильно видны, но далековато от первого внутреннего клиппинг-поинта. Здесь аккуратненько он выходит на часть сухой траектории, удерживает мустанг, выходя на второй внутренний клиппинг-поинт. Далеко очень, и здесь главное не повторить Джастина Поллока, вышедшего за пределы трассы. А вот подравнивание на перекладочке, и последний клиппинг-поинт он укладывает, но он укладывает его очень аккуратненько. Похоже, что у нас есть сегодня два проклятых места. А Челси Денофа тем временем с 60 очками оказывается на четвертой позиции. Отменяет, значит, у него всего лишь одна попытка. Так, Нейт Хэмилтон аккуратненько разгоняется. Ой, хорошо, под стеночкой поставился, но потихонечку сползает вниз, зажигает покрышки. И вот тут левой ногой себя притормаживает. О-о-о, нормально дыма появилось. Хороший угол, хорошо проходит первый клиппинг-поинт. Аккуратненько выходит на внешнюю зону. Touch and go. Хорошо пройден второй внутренний клиппинг-поинт. Это именно так. А вот здесь выравнивание. Жесткое, серьезное, явное выравнивание. А третий клиппинг-поинт просто уничтожен. Да, Нейт Хэмилтон 61 балл и четвертое место. Приличного количества пилотов не хватает. Того же Юху Ринтонена я не вижу. Итак, постановочка у Мэтта Филда. И, по-моему, он вот сейчас как раз начал аккуратничать. Далеко от стены, но вот здесь он чуть-чуть подправляет свою позицию, зажигает фалкиновские покрышки, перекладка под внутренним клиппинг-поинтом, красивая, хорошая, угол мог бы быть побольше, и здесь он под контролем оставляет автомобиль, остается все еще на трассе. Второй внутренний клиппинг-поинт, хорошо, мы видим, что эта траектория реально идеальная и самая сухая. И третий клиппинг-поинт, точно так же, как в ознакомительном заезде, он уничтожает. Мэтт Филд, 72 очка и второе место. Ну что, поехали, Петр Венцик. Получится ли у него сместить гуши сейчас с вершины квалификационных позиций? Есть уже небольшие корректировки. Такой длинный, долгий ручничок. Дальше он проходит под банкингом, под забором. Хороший угол, корректировка на первом внутреннем клиппинг-поинте. И здесь нужно аккуратненько пройти под зоной тачи. Вторая внутренняя клиппинг-зона. Хороший угол и далеко. А вот это опасный, опасный маневр. Очень скользкая внешняя траектория в районе второго внутреннего клиппинг-поинта. И здесь он просто... Он пересел на V-образный. Кстати, Петр Винцик, второе место. Эта V-образная шестерка дала, конечно, головной боли Форсбергу. Ни на первом, ни на втором этапе он не смог на ней выехать. И моторы были увалены, и он ездил на своем 1000-сильной запасной тачке. Так, ладно, заезд. Это заезд первый квалификационный Форсберга зачетный. И пока неплохо, неплохо, под заборчиком он держится. Зажигаются покрышечки Ханкук. Перекладочка под первый внутренний клиппинг-поинт с корректировкой, но все же он пройден аккуратно. Есть плавность хода, которую просят судьи. Вторая внешняя клиппинг-зона. А вот тут внешка. Опять вот эта опасная внешка поймана, но Форсберг ее проходит, аккуратненько затаскивая последний внутренний клиппинг-поинт. Так, Алек Ханнадейл со своим первым квалификационным заездом зачетным. Мы
вернулись обратно в трансляцию. И далековато от забора он проходит. Сейчас внутренний клиппинг-пойнт пройден неплохо. Вторая внешняя клиппинг-зона, по-моему, далековато он от нее проходит. Как-то все время внутри. И именно поэтому здесь его вытаскивает на наружу. Полное выравнивание. Почти вообще прекращение состояния дрифта. Йошихара, первый квалификационный заезд. Поехали под стеночкой, пока неплохо. Без корректировок. Он удерживает машину в стабильном угле. Но мне кажется, мог бы быть чуть побыстрее. Левой ногой себя останавливает и при этом зажигает покрышки. Перекладка под первым внутренним клиппинг-пойнтом. Клиппинг-пойнт остался стоять. А вот здесь он внутри. Похоже, у него та же самая проблема, что была на прогревочном заезде. Слишком поздно. И вот здесь опять же широкий выход. Здесь нужно справиться с перекладкой. Оставиться в заносе. Есть легкое подравнивание. А есть заваленный третий клиппинг-пойнт. Поехали. Мэтт Коффман. Первый его зачетный квалификационный заезд. Он разгоняется под стеночкой. Постановка. Угол небольшой, но стабильный. Нет, выходит он на хороший угол. И вот здесь он, по-моему, уже начинает осторожничать. Нет, не осторожничает. Дым. Хорошо дым от него валит. И скорость неплохая. Вот здесь удержать бы этот угол, и у него получается это. Первый внутренний клиппинг-пойнт. Супер. Вторая внешняя клиппинг-зона. Хорошо она проходится. И дым. Он газ не отпускает. А внутренний клиппинг-пойнт номер два на широкую вытаскивает его. Все-таки вот тот самый разворот, который я боялся. Блин! Ван Гитин разгоняется его первый. Ван Гитин Джуниор. Первый квалификационный заезд зачетный. Постановка, хорошая постановка, стабильный угол. Надо бы увеличить. Он увеличивает, но с корректировочками. Далековато от стенки. И нету того полного открытого газа, который хотелось бы увидеть. Перекладочка под первый внутренний клиппинг-пойнт. Он дотягивает его. Не очень красиво. А вторая внешняя клиппинг-зона тоже дотягивается. И работа ручник газ, ручник газ. И какая внешняя траектория, но он справляется с ней. Очень, это, по-моему, вообще крайняя позиция. Последний клиппинг-пойнт внутренний пройден, более-менее. Этот Вайпер проехал свой ознакомительный заезд. И теперь по крышечке Ахиллес Дин Керни, его первый квалификационный зачетный заезд. Есть разгон, постановка. Неплохой угол. И он его еще увеличивает. Старается удержаться под забором, но его стягивает постепенно к серединке. И вот полный газ, он в газу проходит. Хорошо проходит. Первый внутренний клиппинг-пойнт. Вот здесь нужно аккуратно удержаться, удержаться, удержаться! Скользко. Переусердствовал. Слишком быстрый заход на вторую внешнюю клиппинг-зону. Но он продолжает. И у него еще один разворот. Взблуш. Первый зачетный заезд. Маршалы готовы и уже в состоянии ехать дальше. Есть разгон, постановочка, слабый угол. Очень слабый угол, но он его увеличивает. И это больше похоже на севран. Небольшая корректировка уходит. Эта корректировка вытащила его к забору. Хороший угол на внутреннем клиппинг-пойнте. Нужно пройти аккуратно, пройти внешнюю клиппинг-зону 2. И он ее проходит, не повторяя ошибку. Дина Керни выходит на второй внутренний клиппинг-пойнт. И хорошо его проходит. Слишком сильный угол. Ну просто море корректировок. Итак, Кристапс. Кристапс вытаскивает с 82 баллами первое место по квалификации. Итак, Коди Бакчис, первый зачетный квалификационный заезд по этим мокрым непростым условиям. Разгон, постановка под забором неплохой. В угол, и он его еще увеличивает, но его потихонечку стаскивает к центру, подальше от этого забора. Хороший угол и перекладка в газу нужна. Есть перекладка в газу, немножко можно было бы поближе быть к внутреннему клиппинг-пойнту. Проходит он на зажатой левой ноге в тормоз в внешнюю зону 2. Хорошо проходит внутренний клиппинг-пойнт 2. Легкая корректировка. И похоже, то ли трек высох, то ли Оди умничка их... Нет, не подвигает. 80 баллов.
Тем временем Райан Тёрк ознакомился с трассой и уже готов ехать. И, собственно, уже едет свой первый зачетный квалификационный заезд. Разгон, постановка, похоже, все-таки подсохла. Уже и скорость повыше. И дым из-под всех колес появляется пораньше. И под забором он едет хорошо. Буквально задницей сошкребая краску с забора. Первый клипинг-поинт внутренний пройден хорошо. Вторая внешняя клипинг-зона очень быстро. С морем дыма круто пройдена. А второй внутренний клипин хорошо. Угол. Стабильная перекладка и никаких корректировок. Минимальный. Минимум корректировок, но они настолько незначительные на фоне того, что мы видели раньше. 87 и занимает первое место. Я не помню, чтобы у них были простые какие-то проекты. Они заставили Passat Таннера Фауста ехать достаточно резво боком. А они заставили и Короллу остаться в топах. Фредерик Асба, первый заезд квалификационный, зачетный. Здесь у него корректировочки незначительные, но все же есть. И он выходит под самый забор. Здесь агрессивная перекладка под первым клиппинг-поинтом внутренним. Вторая внешняя клиппинг-зона хорошо пройдена в газу. Выход на второй внутренний клиппинг-поинт. Далеко от него он проходит. Райан Тёрк был поближе. Перекладка стабильная, хорошая. И облизывает просто третий финишный внутренний клиппинг-поинт. 84. Не получается обойти Тёрка. Все же платформа та же, что и в 2013 году. Майкл Эсса выставляет в зачетном заезде свой BMW в неплохой угол, с небольшими корректировками. Старается поближе к забору оказаться. Перекладка, опять же, с корректировкой в районе первого внутреннего клиппинг-поинта. Выход на внешнюю клиппинг-зону неплохой, но все же газ он там отпускает. Второй внутренний клиппинг-поинт пройден. Хороший угол, без особых корректировок. А вот здесь он замешкался прямо перед третьим внутренним клиппинг-поинтом. И Джеймс Дин отправляется на свой первый квалификационный заезд, таким образом завершая первые попытки всех пилотов. И пока у него неплохо, но он сражается с зацепом. Видно, ему бы чуть-чуть добавить скорости. И хорошо под забором он проходит, отправляясь к первому внутреннему клиппинг-поинту. Шикарно его проходит. А вот здесь у него прям он летит как ракета. У-ху-ху. Хорошо. Выход на второй внутренний клиппинг-поинт. Облизывает его. И здесь хорошая перекладка в дикий угол. В третий внутренний клиппинг-поинт пройден. И 88. Первое место. Итак, трек подсох. Марк Ландревиль готов к своей второй квалификационной попытке, которая должна быть лучше, чем первая. Сухой трек, постановка. И вот это уже угол. Небольшая корректировочка, но все же удерживается на правильной траектории. Чуть-чуть ниже, конечно, чем правильная траектория. Вот это угол. Перекладка, огромный угол на первом внутреннем клиппинг-поинте. Вторая внешняя клиппинг-зона пройдена, и ее уже не видно из-за дыма. Увеличивает угол перед вторым внутренним клиппинг-поинтом. Сбивает его именно дерзко и жестко и некрасиво. И финальный клиппинг-поинт проходится очень хорошо в исполнении Марка Ландревиля. 82, и Марк Ландревиль сразу заскакивает на четвертую позицию с 82 баллами. Пэт Гудин, второй зачетный квалификационный заезд, разгон, постановочка, небольшой угол, и сейчас он его постепенно начнет увеличивать. Ну уж очень постепенно, но зато как он протаскивает вдоль забора. Красиво. Красивый заход на первый внутренний клиппинг-поинт. Вторая внешняя клиппинг-зона. Здесь угол мог бы быть побольше. И он постепенно, не отпуская газы с большим количеством дыма, выскакивает на второй внутренний клиппинг-поинт. Агрессивная перекладка, агрессивный угол. Но вот от третьего клиппинг-поинта просто космическое расстояние. Колесики у него так как-то непристойно прям вылазят из арок. Нажимает волшебную кнопочку своей Мазды, и она пока что едет. Разгоняется. Разгон есть. И постановочка. Не едет.
Аккуратно. Фу, как угол. С этими торчащими колесами особенно эффектно. А, неплохо. А пока, кстати, совсем неплохо. Не та траектория, что хотелось бы увидеть. Но все же, пока все зоны пройдены. О, как облизан второй внутренний клиппинг-поинт. Перекладка, газ, и вот тут далековато от последнего внутреннего клиппинг-поинта. 76-7 позиция, Кайлмон. Кен Гуши, второй зачетный квалификационный заезд, есть разгон, постановочка, хороший угол, доставить бы такой угол, корректировка, и он в этом угле подбирается к забору и начинает его шкребать. О-о-о, вон там огни видны в заборе. Хорошая перекладка, далеко от первого внутреннего клиппинг-поинта, выход на внешнюю клиппинг-зону 2, тоже далековато от нее он проходит, где-то в серединке выходит на второй внутренний клиппинг-поинт. Ну, тоже можно было бы поближе. Вот здесь хорошая агрессивная перекладка. Что-то мне кажется, что он осторожничал. Реально осторожничал, чтобы пройти. Кастро едет свой второй зачетный квалификационный заезд. Ему сейчас попроще, трек подсох, и он может показать, на что он способен. Корректировка после постановки. Хотелось бы быть поближе к забору. В какой-то момент он к нему приближается и отскакивает от него к первому клиппинг-поинту, который хорошо проходит. Внешняя клиппинг-зона очень неплохо пройдена, номер 2, и он постепенно выскакивает далековато от второго внутреннего клиппинг-поинта. Перекладка в хороший угол и финиширует, проходя хорошо, в носе 82. Джастин Поллок. Сейчас ему нельзя промахнуться. Это второй его заезд. Первый у него ноль. Второй квалификационный заезд. И сейчас разгон. Хорошая постановка, хороший угол. Он удерживает этот угол, постепенно увеличивая его, подбираясь как можно ближе к забору. Протаскивает свой мустанг вдоль забора. Перекладка. Хорошо проходит внутренний клиппинг-поинт номер один. Внешняя зона 2 тоже близко пройдена. И выход на второй внутренний клиппинг-поинт. Идеально. Просто идеально, оставляя его на месте, облизал огромное количество дыма. А третий он увалил, но тоже аккуратненько, это могут и простить. 88 баллов, первое место пока что. Но все еще не подружился с этой платформой, его лучшие результаты были на BMW. Это его зачетный заезд уже, и уже он в угле в таком наваливает прямо к забору. Так, аккуратно, аккуратно, алло, 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 я вижу, как бампер просто разрывается. Первый клиппинг-поинт идеально, вторая внешняя клиппинг-зона, хорошо, вот это скорость, вот это ход, далековато от второго внутреннего клиппинг-поинта, ничего себе угол, отрывается колесо, как обычно, а вот это заход за пределы трассы по одним колесом, но... На секундочку он уступает Джастину Поллоку и Джеймсу Дину. Тем временем Джефф Джонс, проехав свой один-единственный прогревочный заезд и не имея очков за первый квалификационный заезд, сейчас едет свою одну-единственную попытку. И у него есть разгон, постановочка, неплохой угол, корректировка. Корректировка, еще одна, уже корректировка поменьше. Ну, так, средненько, мы сегодня видели уже и покруче, перекладка, хорошая агрессивная перекладка, красиво он проходит первый внутренний клиппинг-поинт, выходит на внешнюю зону номер 2, и тоже с корректировками подползает ко второму клиппинг-поинту, который, опять же, сегодня был и покрасивший его проход, а последний клиппинг-поинт просто нахально уваливает. Джефф Джонс, 70. Поехали. Нейт Хэмилтон, второй квалификационный заезд, и он разгоняется, зачетный заезд. Постановка, и в хорошем угле он с небольшими корректировками стремится приблизиться к забору. Но все еще идет в середине, здесь он немножечко приближается. Угол классный. Хороший угол и на первом внутреннем клиппинг-поинте, и он выскакивает на внешнюю клиппинг-зону, и мне кажется, тоже не слишком близко он к ней прошел, но минимум корректировок, он просто периодически увеличивает угол. Второй клиппинг-поинт неплохо, и третий аккуратненько он его укладывает, но по поводу 82 балла у Нейта Хэмилтона и восьмое место. Да, и слива неплохая, я вон в... Так, есть, давайте, у нас есть второй квалификационный зачетный заезд Мэтта Филда, и он разгоняет свою
14,5. Мог бы быть поближе к забору. И корректировочку у него есть. И он прям как услышал. И под самым забором проходит остаток. Первый внутренний клиппинг поинт в хорошем угле. Но чуть-чуть ближе было бы неплохо. Здесь аккуратненько он выходит. Очень близко. Конец внешней клиппинг зоны 2. Внутренний клиппинг поинт. Второй тоже очень хорошо. Агрессивная перекладка из угла в угол. Вот это именно то. Он разгоняется. Разгоняется постановочка. Небольшой раскачка. И угол хорош. Увеличивает угол. И по забор. Забор. Да. Петр круто забор протаскивает весь. Перекладка. Хорошо проходит. Так, именно с разгона. Первый внутренний клиппинг поинт. Подтормаживается левой ногой на второй внешний клиппинг зоны. И выскакивает. Ну очень широко. Слишком широко. Вот это за это, конечно, его накажут. А вот в остальном обалденный заезд. 56, шестое место. Крис Форсберг, проехав ознакомительный заезд, уже разгоняется на своем втором зачетном заезде. 370-очка VQ Twin Turbo. Постановка в исполнении трехкратного чемпиона Формулы Дрифт. И с небольшой корректировкой, но он увеличивает свой угол, оставаясь прямо под забором. Зеточка нормально тулит. Хороший выход. Убивает в клиппинг поинт номер один. Внешняя клиппинг зона пройдена неплохо. Блоуоффы кидают огонь вверх. И второй клиппинг поинт. Вот так нужно проходить. Идеально. Хорошая перекладка. И третий клиппинг поинт он уваливает. Да что это? Охота на клиппинг поинты. Потому что в общем был 79. Так, тем временем Алек Хонедейл на своем второй зачетной квалификационной попытке. И уже неплохо разогнавшись, он шкребется под забором, который корректирует еще раз. Эх, прощай, задний спойлер. Это было круто, согласитесь. Да, второй внутренний клиппинг поинт. Хорошо пройден, перекладочка. Слишком агрессивно, не хватит, да. О-хо-хо! Двойное сальто в исполнении третьего клиппинг поинта. 79. Дайширо Ишихара может что-то поменять в пятерке лидеров квалификации. Он разгоняется на свою вторую зачетную квалификационную попытку. Выставляется, и у него уже какие-то небольшие корректировки. Поближе нужно к заборчику. Он себя останавливает. Слишком он останавливает. Хорошо проходит вдоль забора, но медленно. Вот здесь. Хорошо. Очень близко. Идеально облизывает первый клиппинг поинт. Вторая внешняя клиппинг зона пройдена. И здесь он постоянно себя останавливает. Теряет темп. И это будет судьями замечено. Ну опять 14-я позиция. Это похоже, что его зачетный заезд. Да, зачетный заезд номер 2, Мэтт Коффман. За первый заезд у него 0. Сейчас он проводит корректировки. И, конечно, возможно, у него где-то есть мысль о том, что нужно сделать сейф-ран. Но под забором он круто провалил. Первый внутренний клиппинг поинт. Хорошо, идеально практически. Внешняя клиппинг зона пройдена. И в газон приближается ко второму внутреннему клиппинг поинту, который обходит. Мог бы и быть и ближе. Да, что-то как-то вот не агрессивно он из одного угла в другой перестраивается. Ага, полдесятого, супер. Ван Гитин Джуниор, второй зачетный заезд квалификационный, разгоняется и ставится под заборчиком. Нужно удержаться под забором. Небольшие корректировки, его стаскивают в середину. Ничего, он вот под забор не хочет ехать. Ну, обозначается там на долю секунды. Выскакивает далеко от первого внутреннего клиппинг поинта. Но вот вторую внешнюю клиппинг зону он проходит очень неплохо. Выходя на второй внутренний клиппинг поинт, далеко от которого он проходит. Но агрессия. 78. Он улучшает свою позицию в Англии. Так, Дин Керни. Это его шанс пройти квалификацию. И он разгоняется в своей второй квалификационной попытке. И похоже, он начинает немного осторожничать.
Но все же количество дыма угол. Угол у Вайпера огромный. Выход на первый клиппинг-поинт, корректировка в районе клиппинг-поинта. Выход на вторую клиппинг-зону получше. Немножко дайте нам больше вид, да. И он, конечно, не церемонится с клиппинг-поинтами. Один за одним, и особенно он не церемонился с финальным клиппинг-поинтом, который... И это хорошая позиция, как... Ну... Да-да-да-да, есть разгон. Кристапс Блу, вторая квалификационная попытка. На ручнике долго он немного держится. Но забор, забор, забор! О, как он протесывает этот забор. Перекладка. Как он проходит первый клиппинг-поинт. Внешняя клиппинг-зона 2. Шикарно пройдена. И он выскакивает. Аккуратно, аккуратно облизывает второй клиппинг-поинт. Какая перекладка. И третий клиппинг-поинт он аккуратно укладывает. Без сальто, без отлетов. Вот это был заезд на первое место. Ну, неужели, неужели это недостойно первого места по квалификации с какими-нибудь там 90-92 баллами? Ну, чуть-чуть у него были корректировки, но как он здесь протесал забор? Смотрите, он просто не отпускает его! Перекладка прямо под самым клиппинг-поинтом, и тут очень широко он едет, гораздо шире других пилотов, и вот здесь просто муа! Как же проходится этот внутренний клиппинг-поинт. Ну, а третий аккуратненько науложил. Третий! Только третий! Исходить из логики. Ладно, Оди Бахчис, квалификационный заезд номер 2 и финальный его заезд. По идее, он должен улучшить сейчас и получше ситуация на треке, но далеко он забор, он даже там не обозначивается и выскакивает на внутренний клиппинг-поинт. Очень быстро. Вот. Очень долго тормозит он левой ногой, чтобы себя хоть как-то приостановить. Уничтожает второй клиппинг-поинт. Агрессивная перекладка. Уничтожает третий клиппинг-поинт. Какая там плотная борьба. Сможет ли он улучшить свой результат и дать больше 88? Он разгоняется. Вторая квалификационная попытка. Постановка. Угол. Увеличивает угол. И держится к забору поближе. И, по-моему, это все. Да! Это классическая жопа-морда. Нет, все, нет рычага. Ребята, по-моему, мы отдыхаем. И Майклу Эсса. Фредерик Азба, второй зачетный заезд. Разгоняется. И постановочка, коротышка, Королла себя неплохо чувствует под забором. Корректировки, постоянные мелкие корректировки. Но смотрите, забор, забор. Он так и стремится к забору. И он аккуратненько под ним проезжает. Перекладка под первым внутренним клиппинг-поинтом. Выход на внешнюю клиппинг-зону 2. Зажигает по крышечке Нексен, выходя на второй клиппинг-поинт. Агрессивная перекладка нужна. И она есть. И он выскакивает на финальный клиппинг-поинт, далековато от него проходя, но стабильно, хорошо, агрессивно. 57, улучшает свою позицию Азба. Заезд квалификационный, постановка, хороший угол и минимальные корректировки нет, но все же есть, он увеличивает угол, стремится под забором проехать, но не так, как Райан Тёрк. Да, хорошо получится, о-о-о, какой угол он выставляет. Он немножко подравнивается и второй раз подравнивается сразу, проходя внутренний клиппинг-поинт, выход на внешнюю клиппинг-зону. И не отпуская газ, он уваливает второй клиппинг-поинт внутренний. Выход на финальный клиппинг-поинт. И тоже и бампер, и клиппинг-поинт страдают от встречи. Чемпион, мать его. Поехали. Двух GZ-ная, слива 15-й, Джеймс Дин. Он и так имеет хорошие очки, а это его второй квалификационный заезд. И сейчас он постарается выдурить еще пару очков и стать первым по квалификации. И он пока что делает просто феноменальную работу под забором, проехав. Выход на первый внутренний клиппинг-поинт шикарный. Огромная скорость, и, по-моему, он переусердствовал. Нет, удерживается на внешней клиппинг-зоне 2. Аккуратненько проходит второй внутренний клиппинг-поинт, а был бы поближе, было бы круче. И третий клиппинг-поинт внутренний тоже так себе пройден. Получится ли превысить 88? А, какой... Спасибо, друзья, что были с нами, и до встречи завтра. Надеюсь, что вам понравилось. Пока-пока.